что делать для того, чтобы выделяться? Возможно, покрасить волосы в яркий цвет, либо носить неординарную одежду. Лично я в клубе пью молоко вместо коктейлей. А как еще молоко может выделить нас из толпы, мы узнаем прямо сейчас. Наш современный центр хореографии предназначен, во-первых, для людей, которые жаждут танцевать и также хотят выступать на площадках, чтобы на них смотрели. Что как люди потом, которые хотят связать свою жизнь с танцами, зарабатывать деньги. Ну, такие как мы, в общем. Мы сами танцоры, мы выросли, мы накопили деньги, решили открыть вот такой центр. Нас трое. И мы хотим дать нам ученикам такую же возможность, которую сделали мы своими связями, своими контактами, чтобы все наши ученики, они смогли выступать, зарабатывать деньги, чтобы ими гордились их мамы, папы и находили себя. Вот наша цель. Как вы вообще относитесь к танцам и используете ли вы танцевальные коллективы в своих постановках при исполнении своих песен? Да, это... Ребята открывают, которые молоко, это мои очень хорошие, близкие друзья, с некоторыми мы работаем прямо на сцене с ними, вот, собственно, и они меня учат танцевать, я их учу петь, они меня учат танцевать. Я первый раз здесь, вы знаете, мне так нравится, интерьер ни на что не похож, и я столько езжу по городам, везде бываю и вижу, мне здесь очень нравится. Не только интервью, вот чему я научилась.